Так, здрасте. Всем привет. С вами канал 24. Ну что, сегодня мы рассмотрим модик, который называется у нас Ford F100 1956 года. Это новый модик, вышел под 1.46. Я его смотрю не с пиратки, а именно с лицензией. Почему с лицензией? Потому что, ну, тут ничего такого из модов нету, в принципе, голым, чтобы быстро, в принципе, загружалось. Вот. Так. Что у нас тут за красавец? Сейчас будем смотреть. Слушайте, внешний вид классный. Не спорю, водитель мне нравится. Такой прям мачо на таком раритете. Почему бы нет? Это кайф. Что касается по кабине. Одна кабина. По шасси у нас 4x2. Двигатель 101-173. По трансмиссии 3 передачки. И по интерьеру я скажу, что на самом деле выглядит пушечка. Мне очень нравится водитель. Сразу все хорошо, без всяких проблем. То есть вопросов ноль. Но почему-то 3 передачи, а вон же там 4 должно быть. Где-то что-то обманывает. Ладно. Касается по покраске. На цвет и вкус, как говорится, можете выбрать, да, то есть какой хотите. Вот есть определенный цвет, который уже есть, да, либо это нормально, это вебка, шнур от вебки упал, либо несколько цветов, либо пользовательский, либо металлик. Хорошо, по аксессуарам, в принципе, в целом, тут уже, как я так понял, что за нас все уже добавлено, за счет того, что мы только колеса можем поменять, диски, да, как говорится, и, в принципе, либо собачку какую-нибудь, да, собачку, либо бампер убрать, либо добавить. Я понял. И все, в принципе, ничего такого тут у нас, к сожалению, нету. Касается руля, здесь у нас одна стандартная руль, стандартный рулик, и, в принципе, все. Ладно, слушайте, ну, на самом деле, класс, просто, почему бы нет, покататься на таком красавце. Я только за. Все зависит, конечно, от анимации, если у него есть анимация. Вот, сейчас посмотрим, почему бы и нет, и на самом деле очень кайфово. Завтра, ребят, постараюсь завтра, даже сразу вам заранее говорю, то что завтра, возможно, будет очень хороший обзор. Очень интересный. Надеюсь, что будет интересно. Про что? Узнаете уже. Либо завтра, либо в пятницу. Так. Ну, в пятницу, понятное дело, еще и стрим будет. Это 100%. Стоп, сигнал. Откуда ты взял его? Ай, блин. Что-то знакомый звук. Анимации поворотников у нас нету. Анимация света он. А это зачем? Звук, кстати, классный, я не спорю. Звук классный. Звук классный, не спорим. Кайф. Кайф. Серьезно? Ничего себе. Кайф. На самом деле кайф. А, кстати, дворники. Я так понял, что у нас, в принципе, анимации только немножко хромают. Я имею в виду, что нет у нас анимации, к сожалению, никаких. За счет именно анимации, господи, стекол. За счет анимации стекол у нас есть анимация. Это хорошо. Но в целом выглядит вообще, скажу, бомбически. Бомбически просто. Почему только 3 передачи, интересно? Ну-ка. Нет, тут нет, у меня не настроено. Слушайте, ну кайф. Просто кайф, чисто раритет, просто офигенно просто. Реально класс. Покататься на таком красавце, почему бы нет. Только 3 передачи, ребят, и все. Четвертая уже. Так четвертая есть уже. Нет, четвертая нету, наверное. Только 3 передачи. Ладно. Кайф.
прокатимся однозначно, какой-нибудь стримчик, стримчик именно проведем. Проведем, почему бы нет. Чисто на этом моде. Я только за, чисто какой-нибудь километраж такой очень интересный выбрать. 2000 там, допустим, 3000 километров и поехать на нем. Будет топчик, на самом деле, будет топчик. А так, в целом, я скажу, что неплох. Неплох, на самом деле. Мне очень нравится. Есть анимация стекол. Выглядит, на самом деле, кайфово. И почему бы не покататься? На самом деле, почему бы не покататься? Мало анимации. Да, к сожалению, тут мало анимации. Но ничего страшного, в принципе. Я думаю, что это дело поправимо. И так, в принципе, в целом, сделал охрененный мод, на самом деле. Я, честно, даже не ожидал. Честно скажу, даже не ожидал. Поэтому на таком моде я вам однозначно могу посоветовать покататься, почему бы нет. Куда? Ну, звук классный, на самом деле. Мне звук просто очень нравится. Звук нравится. Очень звук прикольный. Короче, ребят, смотрите сами. В принципе, в целом, неплохой. У нас, к сожалению... А ну-ка. А, не, работают, работают. А то мне показалось, что у нас не работают зеркала. Короче, в целом офигенный мод. Советую 100%. Советую 100% на таком красавце покататься. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на канале. Всем пока-пока. И на стриме, конечно, тоже. Сегодня еще постараюсь какой-нибудь обзорчик для ваших, моих любимых подписчиков, снять.